В Израиле продолжается подсчет бюллетеней после внеочередных выборов. На них партия премьер-министра Бениамина Нетаньяху Ликуд пока на одно кресло отстает от оппозиционного альянса Кахоль-Лаван. Это означает, что рекордный пятый срок Нетаньяху оказался под вопросом. И в целом политическая ситуация в стране пока очень неопределенная. У правого и левого альянсов голосов примерно поровну, но ни у одного не набирается 61 кресла из 120 местного парламента, а это необходимое число для формирования правительства. Результаты ничья, а когда ничья, то будет много переговоров. Это будет очень интересно. Невозможно предугадать, какой будет наша страна через 3 месяца, поскольку будет заключено много соглашений. Надеюсь, они будут полезными для людей. Посмотрим, как можно будет сформировать коалицию. Пока не думаю, что это возможно. Лично я очень переживаю. Лидер правой партии «Наш дом Израиль» уже заявил, что готов присоединиться только к коалиции национального единства, которая объединит 2 крупнейшие партии. Единственный вариант – правительство национального единства, либеральное большое правительство. И мы еще раз говорим, что другой вариант нас не устраивает. Окончательные результаты выборов представят президенту 26 сентября.